Мощный торнадо обрушился на восточные регионы Китая. По меньшей мере 2 человека погибли и 15 ранены. Сильные повреждения получили почти 300 домов. На кадрах, распространенных китайским телевидением, видно, как смерч прошелся по сельскохозяйственным угодьям. Удар стихии пришелся на местность в нескольких часах езды от Шанхая. Местные власти оценивают нанесенный ущерб. Я напомню, что в начале августа на Китай обрушился супертайфун Даксури, из-за чего в регионе идут сильные дожди с грозами.